Так, всем привет! Сегодня у Иринки на ужин вот такой супчик-голубчик куриный с лапшой. Всем приятного аппетита! Кушайте вместе со мной. Также у Иринки батончик жареный с яичками, да. Вот такой. Ну, я думаю, 3 кусочка Иринки хватит, да? То жирно будет жирно. Также приветствуется майонез ЕЖК, вкусен всегда. Также немного конфеток и чай. Индийский чай, кушай вместе с нами. Всем девочкам приятного аппетита. Кушайте, не стесняйтесь. Очень полезно. Что Иринке в рот полезло? Вот такой хлебушек. Вообще шикардосный. А еще и с мазиком супик. Мамма мия. Да еще конфетки. Конфетки трюфеля. Что это, Красный Октябрь, что ли, да? И красный мак. Кстати, конфета Белочка. Вот это. Ох, кстати, надо попробовать. Наверное, вкусная, да? Вот, супик. Сейчас положим сюда майонезик, а тут курочка плавает, лапшичка, картошечка, лук, морковочка. Видите, порция уменьшилась, как вы и говорили. Иринка, ешь меньше. Вот, Ирина Сергеевна уменьшила порцию. Вот так вот. Тут Муська сидит. Муся. Кс-кс-кс-кс-кс. Вот, ждет тоже, пока ее накормят. Да, Мусик? А Манька где-то, Марина? Я не знаю. Где Мария твоя, Манька? Где-то там. Супчик-голубчик, какой вкусный. Ну все, девочки. Всем приятного просмотра, всем приятного аппетита. Кушаем вместе со мной и худеем. А не сидим на голодовке, как вы там пишете. Ой, я посмотрю и не ем, да ты лучше поешь. Добрее будешь. Вот так вот. Все, всем пока-пока.